Мы в этом году подошли необычно к вопросу Нового года. Обычно мы просто, у нас есть такое правило в семье, что к дню рождения и к какому-то празднику такому, где мы дарим подарки, дети пишут просто список того, что они хотят, чтобы мы подарили. Мы из этого списка, исходя из суммы, которую мы рассчитываем, выбираем, что подарить ребенку. В этом году, говорю, Боль, давай, говорю, у нас дети напишут подарки Дедушке Морозу и тетеньке, как это? И бабушке Снегурочке. Что-то бабушкой мы ее обзываем. Короче, и Снегурочке. Письма. Да, письма. Я говорю, ребята, пишем письма, говорю, в свободной форме, кто что, говорю, только, говорю, смотрите, а то, говорю, Дедушка Мороз и Снегурочка могут обидеться, если вы грубо напишите, говорю, как-то ласково задобрите, говорю, похвалите. Вот, поприкалывались мы все понимаем, говорю, а бабушка, ой, я, Дедушка Мороз и Снегурочка посмотрят на ваши письма, говорю, и это, они такие, ой, да какой Дед Мороз, я говорю, ну чё, Дедушка Мороз и бабушка, ой, да чё бабушка? Бабушка Снегурочка. И это, Снегурочка, это в лице папы и мамы, так что смотрите, что напишите, чтоб это прошло, как сказать, как это правильно выразиться-то? Подмастить. Ну нет, мы прикалываемся, понятно, что мы подарим, как бы они не написали. Ну, говорю, короче, мы начали, знаете, такой в игровой форме это все оформили. И вот написали мне 4 ребенка письма. Так что мы сейчас Боре будем читать, вам читать не будем, потому что это личное. А это, ну я могу прочитать то, что я Боре помогала писать. Давай я Борина прочитаю, Боря, думаю, не будет против. А где его? Вот это, наверное. А те уже не буду, там лично дети писали. А это я Боре помогала писать, а он его украсил. Я ему предлагала, он говорил, да или нет, так или не так. Немножко мы меняли с ним под его запрос предложение, но сама суть вот в таком формате написаны письма. Дорогой Дед Мороз и любимая Снегурочка, это Боря. Хочу попросить вас на этот Новый год подарить мне подарки. Вот что бы мне хотелось. Ну и он пишет, тут перечисляет. Мы сказали так, перечислите как можно больше подарков, чтобы мы под финансы, которые у нас получатся, ну, купим те или иные, короче, подарим. И говорю, чем больше будет выбора, тем больше вероятности, что ну, вы получите то, что написали. Ну вот он написал, 2 машинки, которые сами ездят. Если их завести, знаешь, это на запад ходишь, а она сама едет, именно такие. Дрон, медведя большого, 50 сантиметров, попрыгунчики. Я говорю, еще что-то напишешь? Ну, говорит, может, потом допишу, но, говорит, в принципе, все, больше ребенок ничего не хочет. Единственное, что мы договорились, никаких денег, никаких сладостей. То есть в список нельзя писать финансы и сладости, ну, еду. Только что-то такое вот материальное, игрушки, какие-то вещи. Потому что мы и так им дарим много на день рождения, и финансы, и сладости. Мы решили немножко разнообразить, и чтобы, короче, только вещи были. Спасибо за то, что дарите мне подарки. Мне это очень приятно. Я вас люблю, Дед Мороз и Снегурочка. Ваш Борис Бровченко. Мало того, ваш Борис Бровченко, он сам сказал прям четко, никак не отступить. Я говорю, как напишем, ваш Боря, ваш сын или ваш там, ну как это? Он говорит, Борис Бровченко напиши. Вот такие письма, примерно такого формата дети нам в этом году написали. Мы, короче, сейчас сядем. Снегурочка и Дед Мороз прочитают. И будем Деда Морозить. Да. И будем выбирать, покупать подарки. Сейчас определим сумму, на которую мы в этом году можем, так сказать, себе позволить детям купить подарки. Ну и выберем из их списка. И подарим. Сейчас мы заняты немножко. Подарим детям подарки. Короче, готовимся к Новому году. Еще раз хочу пожелать, я там уже в одном видео говорила, вот-вот Новый год уже на носу. Так что желаю вам тоже классно отпраздновать Новый год. Порадовать ваших детей подарками. Вообще у нас на Новый год принято друг другу подарить подарки. То есть и мы дарим детям, ну, более дорогие, понятно, и они нам в ответ дарят. Это единственный праздник, когда мы подарки дарим друг другу. Да. А, еще есть День семьи. Когда мы наши, день рождения нашей семьи, тогда мы тоже подарки дарим друг другу. Угу. Но летом. Там больше даже без подарков, больше мы устраиваем праздник семьи. Ну, без подарков особо. А вот на Новый год мы подарки друг другу дарим. Ну, у кого что может. Кто-то может просто открытку подарить, кто-то может что-то купить. Все по финансам, все добровольно. Нету никаких рамок, никаких, как это сказать, условностей и так далее. Кто-то может там подарить билетик на массаж, кто-то просто может подойти и обнять, а кто-то может там что-то купить. Поэтому у нас так прям такой праздничек. Вот. Хотела уже за кадром снять, получилось отдельным видео. Ну, в любом случае, классно. Пожелайте нам тоже, чтобы мы могли восполнить запросы наших детей. Потому что для нас важно порадовать их в этом году. Что? Помойку, у меня пальчики. Помой тебе пальчики, ты их запачкал. А скажи, вот смотри, зрители, смотри, говори привет всем. Говори привет. Привет всем.
Вот. Молодец. Скажи, что это у тебя такое? Яйцо золотое. Понятно. Яйцо золотое. Это твоя игрушка? Нет. Это наша золотая игрушка. Ага, все понятно. А что ты хочешь на Новый год себе? Вот единственное, кому мы. Подарок! Подарок? Да. А что хочешь, чтобы в подарке было? Елочка. Елочка. А, я знаю даже, какую елочку мы ему подарим. Такую, которую съесть можно. А еще что хочешь? Ну, ему исключение сделай. Съесть елочку. Съесть елочку. А игрушку какую-нибудь хочешь? Хочу елочку. Все-таки елочку только хочешь, да? Но этому парню нам будет сложнее всего подобрать. Потому что... Ну, подберем. Потому что он еще, видите, не может выражать, что он конкретно хочет. Те-то уже знают все. У Максима игрушек вот так. Просто завален он игрушками, потому что это такой возраст, который, ну, особо много не надо. Что машинки есть, мягкие игрушки есть, раскраски есть, книжки есть, конструкторы есть. Ну, что ему еще подаришь? До более взрослых игрушек он не довозит особо. Поэтому вот с ним будем голову ломать подольше. А здесь все проще. Письма. Письма нас спасут. Все, ребят, пока-пока. Готовимся к Новому году. Да, да, я уже говорила, что у нас вообще... Каждый день он прям стабильненько. У меня все дети сюда заходят и каждый день пытаются заниматься. Мы когда переедем, планируем... Да, а мы планируем поставить его в игровую на первом этаже в доме. Да. Вот там на нем будут все гонять. Потому что здесь они заходят, когда есть возможность зайти, а там, конечно, потому что это наша личная комната. Все, пока-пока. Готовимся к Новому году, ребят.